Сергей Павлович машину продает. Фотографировать, сказали, надо. Машина у меня простояла, 10 октября было. Ну, считай, сколько тут, она 10 месяцев простояла. Даже 11, наверное. Сегодня 21 апреля 2021 года. Март, февраль, март. Ноябрь, декабрь. Январь, февраль, март, апрель. Это 7 месяцев получается. Вот он его фотографирует. Машина хорошая. Хорошая машина. Тебе с той стороны надо еще фотографировать. Это у нас тут виноград лежит. О, это яблони, хорошие яблочки, небольшие, правда. Вот оно где. Ты с этой стороны не сфотографировал? Надо... Она у тебя лишняя не будет. Зайди, сфотографируй. А то приедешь, скажет, спереди нету. Как спереди-то она и должна быть? Главное, морда-то. Надо выгонять ее, Игнатий. Выгоняй. Сейчас. Ключи-то у вас. Ключи у вас. Ключи у меня, бумаги все у меня. Я тебе сейчас дам их. Он считает, 10 октября 2020 года мы пригнали. Ключи у меня были, он ключ поворачивает, машину открывает. Все, в целости. Когда таять начало, Володя тут все с металл ходил. Тойота, Королла, не знаю, это. Пробакс. Что это? Говорят, машина хорошая. Конечно, не такая, как говорят у настоятельности монастыря за 6 миллионов. Поди врут это все. Игорь, он комбайн обошелся по лесе в 10 миллионов. Это 20 машин надо таких. О, как тут это смазать? Вода или антифриз, что у тебя было, не застыло? Аккумулятора не порвало? Может быть, он снимал, убирал их, не знаю. Тут что-то ему кто-то что-то советовал, я слышал, говорили. Что-то надо убирать, чтобы... Аккумулятор надо было снимать. А? Аккумулятор не сняли на зиму. Не знаю. Я слышал, что-то говорил кто-то, а потом проверили и говорят, вроде не надо трогать. Я краем уха слышал. Алло, алло. Вот так. Конечно, надо ее здесь с нуля. Раз столько время стояло. Вот у нас Миша трубу какую взял. Ладно, может быть, сегодня просто у меня она не на ходу. По Теряевке он был хорошо. Ну вот машина. Он покупает ее, да? Ну, тебя будет Потеряевку возить, все это на ней. Когда надо, скажешь. Он безотказный. Это Игорева собачки маленькие. Видишь, какие.
А это Игорь Дебунов на своей машине. Не такая легкая история это. Да. Ну все надо, как? Все надо, да. Есть закон, его надо соблюдать. Делаем последовательно. Правильно. У него, кажется, там газ поставленный еще. А он не оформился. И ну мне вот. Без этого не оформит милиция. Ну сейчас все это можете сделать. Мы сейчас начинаем, ага. Последовательно работаем. Первым делом полюбовно договорились. А теперь перевел деньги. Теперь дальше начинаем с документов. А он его не испортился, аккумулятор-то? Сейчас мы будем смотреть. А то можно было позарядить. Да, и аккумулятор нужно, скорее всего, зарядить. Говорят, что может разорвать его. Но это вряд ли, сказали. Я спросил у ребят бывалых. Опасная штука, оказывается. Надо было его раньше снимать. Я просто думал, что все сделано. Вот Сергей Павлович предупреждает машину. Так, Сережа, ты не уронишь? Держи его. Он нормально ручкой держит. Прям хватает. Вот аккумулятор называется «Медведь». Опа, колеса-то, брат, спущены у тебя напрочь. Все, вот оп. Да колеса он спустил. Прогнулось? Нет, оно спустило за зиму. Но оно стояло все на одном месте. Да. Его надо подкачивать, надо насос. Оттянуть и накачать. Брать, где-то брать насос. Тогда вот, у Изотова-то два колеса сразу. У меня нет насоса. Сели. Здесь рядом у меня вот так расположено. Здесь вперед. Расположение. Ой, какой тут аккумулятор. Странный. Тут маленький. Вот так, пока соединяю. Так, посмотрю, как тут есть. Ну что, я вот он. Ну поехали. Так, состоялась ну, купля-продажа? Нет, еще. Там документы, чтобы сделать, нужно так. Узаконить газ на машине. Он газ поставил туда. Его теперь и снять деньги нужны. И я решил, что... Снежь, погонщики, у нас не положено. Игнатьевич. Отрежь. Я решил, что это газ пускай остается, потому что он там дешевле и так далее. Но за газ надо доплатить еще. Ну, договорились. Но это уже... Да, уже так. Все. Уже тут вот какая тонкость одна. Я как бы от твоего имени ему говорил. Говорю, когда тебе нужно будет куда поехать, он же тебя подвезет и все. Да мы уже об этом давно переговорили. Ну, ничего, что я сказал так? Да я уже сказал, маме позвонил, говорю, куда надо будет ехать, говорю, не забудьте, что я здесь. Так, теперь Потеряевку на день деревни-то, 30 мая. На день деревни, да. Да, забери его, может быть, и мама там кто пожелает. Ну, и меня, конечно. Мы в субботу надо утром рано выехать будет. Марина поедет еще. Да. В субботу рано. Нет. И в воскресенье обратно. Видимо, архиерей будет. Ну, Марина, может быть, не с нами поедет. Марина может. Ну, может быть, там еще кто-то поедет. Может быть, Елена. А я. Ну все. Но ты уже заранее поедешь, батюшка, раньше. Ты там будешь ждать нас. Да у меня вторая строительная на плечах висит. Сейчас. Оформляю. Да ничего она не висит тебе. Ты едва ходишь-то, висит. Я едва хожу. Кроме болящих, ничего тебе не висит. Уже. Так, ну все. Вы можете доверенное лицо оставить, и ничего не будет висеть. Да, и того же Гаврила доверенным лицом. Да, говорила же сама, все. Еду с батюшкой, а сейчас опять ты начинаешь топтать. Неверное. Уйди с дороги. С дороги уйди. Она... Так. Ну что, Сережа? Нормально машина ночевала у меня здесь. Да, спаси Христос. Никто не тронул, давай. Ты слушай, что я тебе говорю. По телефону много не говори. Хорошо. Каждый день громко считай Евангелие. В разговоры никакие не втемяшивайся. Хорошо. Громко считай. Псалтырь, Евангелие, сатана отступи. С телефоном разберись. Не больше 2 минут и не больше, чем 5 раз за сутки. Так, ты на это поешь? Ну давай.
Богом. С Богом. Это Сергеева машина. Он ее продает. Продал уже, говорит, сам. Кстати, урагана-то заберите. А? Ураган вон. Ураган! Это ураган разве? А кто выпустил? Ураган! Похож, да? Сережа! Это ураган там? Нет, это не он. Не он. Тот закрытый. Я думал, что же такое? А я говорю, урагана что ли выпустили? Ну смотри, смеешься. Все. Все. Еще раз покажу на заборе, что у нас написано. Вот она, машина здесь была. 10 октября привезли. И сегодня она уехала. Это 21 должно быть. Апреля 2021 года. Аллилуйя, аминь. При входе в наш храм.